Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 7 октября – самый щедрый день, который помогает осуществить задуманное. В сегодняшнем видео вы все узнаете. 7 октября наступают вторые лунные сутки, и основной характеристикой которой является щедрость. В этот день не бойтесь делиться с окружающими, ведь все отданное вернется в удвоенном размере. Также это удачный период для реализации планов и активных действий. Если вы планируете переезд, ремонт, самое время все это осуществить. Растущая луна способствует воплощению ранее созданных планов и как нельзя лучше подходит для воплощения их в жизнь. Вы получите от мироздания все, что необходимо на пути к цели. Главное, не упустите предоставленную возможность. Не пытайтесь спорить с судьбой в этот период и не огорчайтесь неприятностям, если они произойдут. В ближайшем будущем вы поймете, что произошедшее улучшило вашу жизнь. Постарайтесь попасть в энергетический поток этого дня, тогда он пройдет легко и без напряжения, а все дела, которые вы запланировали, отнимут совсем немного времени. Помните, что вторые лунные сутки являются периодом, когда необходимо действовать. Если вы упустите возможности, весь последующий цикл Луны пройдет с минимумом плодотворности. Оставьте в стороне сомнения, сегодня они не дадут ничего, кроме неудач. Чем увереннее вы будете принимать решения, тем результативнее скажется ваша деятельность. Не бойтесь рисковать, но не забывайте, что риск должен быть оправдан. Если имеется хоть малейшая вероятность успеха, смело двигайтесь вперед. Вселенная на вашей стороне. При этом проводить анализ ситуации и просчитывать вероятности нужно заранее, так как данная пора не время для раздумий и анализов. Вам предстоит действовать с момента пробуждения. Если вы хотите получить желаемый результат, бывает и так, что в процессе осуществления планов вы передумали и решили, что переоценили силы. Не останавливайтесь даже в этом случае. Не позволяйте себе метаться и сомневаться, продолжайте двигаться к цели, и тогда наградой станет достойный результат. Рекомендация на этот день. В этот день Луна находится в первой фазе, и ее энергия пока еще слаба. Организм накапливает силы, но их уже достаточно, чтобы начать реализацию задуманного. При этом начало лунного месяца – период переосмысления имеющихся взаимоотношений, заключения договоров и заведения новых знакомств. Это время выхода на новый уровень во всех сферах деятельности. Также вы смело можете заняться планами, которые не были осуществлены ранее. Вам могут поступить неожиданные бизнес-предложения. Не отклоняйте даже те, которые кажутся вам слишком сложными. Во вторые лунные сутки Вселенная посылает только те задачи, которые вам по силам. Не упускайте возможность вложиться в инвестирование. Конечно, если вы разбираетесь в данном виде капиталовложения. Любые финансовые операции будут успешными. Проводите больше времени в больших компаниях, активно заводите новые знакомства. Люди, которые войдут в вашу жизнь 7 октября, станут хорошими друзьями и надежной опорой. Уделите внимание здоровью, а также займитесь своим внешним видом, если вы давно мечтаете поменять прическу или сменить стиль. Сделайте это сегодня, новый облик будет удачным. Ну а по народным приметам в этот день празднуют Феклу Запредальницу, вспоминают святую Феклу Иконийскую. Родившиеся 7 октября обладают проницательностью и острым умом. Они убеждены в своей правоте и всегда придерживаются своей собственной линии поведения, даже если она не совсем понятна окружающим. Эти люди бывают не сдержаны и агрессивны по отношению к другим, но при этом весьма привлекательны и притягательны. А талисманом для них является яшма. Народные приметы на этот день. Запредальницы день был назван, потому что на него женщины приступали к прядению. Считалось, что как ловко нитки придутся, так и благополучие в доме придется. Раньше предки верили, что все, что связано в этот день, будет служить долгое время. Очень хорошо в этот день обязательно покормить птиц. Считалось, что кто покормит птиц в этот день, тому сулит везение в делах и хороший стабильный доход. Считалось, что нельзя оставлять дом без присмотра в этот день, так как в этот день в него обязательно являлись удача и процветание. Ну а если хозяин уходил и запирал дверь снаружи на замок, то постучавшись, благополучие уходило к другому.
Поэтому кто-то да должен был остаться дома, чтобы не пропустить желанных гостей. Если у вас нет такой возможности и вы целый день пробыли на работе, вечером обязательно хотя бы на 2 минуты откройте входную дверь, пустите благополучие в свой дом, сказав на пороге всего лишь пару слов. Благополучие в дом приглашаю, у себя дома я оставляю. Один раз говорим – все, и обязательно тогда и удача, и благополучие будут в вашем доме. Сновидения в этот день подсказывают вам, в каком направлении нужно двигаться, чтобы прийти к цели. И даже если сон кажется страшным, не нужно этого бояться. Просто подумайте над ним и возьмите из него необходимую информацию. Если что-то сегодня появляется в вашей жизни, то принимайте это как блага Вселенной. Сегодня ничего не дается вам просто так. Все дарованное вам обязательно пригодится, даже если не сейчас, а то в дальнейшем обязательно все пригодится. В этот период многие будут ощущать приступы жадности, но не стоит поддаваться этому чувству. Попробуйте повернуть его наоборот, отдав нуждающемуся вещи, которыми вы не пользуетесь, либо подав милостыню нищему. Если вам удастся побороть внезапно нахлынувшую скупость, то будьте уверены, ваша щедрость вернется к вам сторицей в двойном объеме. Во второй лунный день начинается время обновления. Магическая сила Луны начинает расти. В это время хороший эффект дают обряды, которые притягивают что-либо в вашу жизнь, например, достаток. Особенно сильна магия прироста и укрепления того, что уже имеется. Есть практика на кольцо в этот день. Этот ритуал поможет вам осуществить любое желание. Кольцо обязательно должно быть золотым или позолоченным, либо любого, либо желтого цвета. Помимо него вам понадобится игла с продетой сквозь нее красной или зеленой ниткой. Данный обряд работает только один раз, поэтому заранее подумайте о своем желании, сформулируйте его как можно точнее. Выберите время, когда в доме не будет никого, кроме вас, или хотя бы быть одной в комнате. Изготовьте из колечка маятник, несколько раз продев сквозь него нить. Иголку при этом использовать обязательно. В процессе, когда вы будете так делать, произнесите следующие слова, представляя свою мечту. «Дух, исполняющий желание, приди ко мне, мне помоги. Если ты тут, маятник качнется прямо, если нет, движение будет обратным». Затем возьмите украшение в руки за нитку и понаблюдайте за его вращением. Если дух не явился, пересмотрите свое желание. Возможно, вы хотите слишком многого или задуманное несет вред в первую очередь вам. Повторно ритуал не используйте. Бывает и так, что кольцо не шевелится, не пугайтесь. Это не значит ничего плохого. В этом случае вам недоступна маятниковая магия и воспользуйтесь тогда другим способом воплотить свою мечту. Существует еще очень много на этот день практик, ведь это начало периода роста Луны. Можно сделать практику на любовь. В древности этот ритуал проводили молодые девушки на берегу водоема, и по понятной причине он был ограничен теплым временем года. Не каждая готова ради любимого купаться в ледяной воде или проруби. Однако, с появлением различных благ цивилизации, появилась возможность проводить его дома, не рискуя простудиться и не отправляясь тем более ночью на реку. Чтобы в вашей жизни появился любимый мужчина, вам понадобится просто взять стеклянный сосуд с водой. И эту практику нужно делать вечером. Вам нужно просто воду налить из-под крана. Когда стемнеет, уже этот стакан поставить на подоконник, чтобы он зарядился лунной энергией. Когда будете ставить, вы должны сказать такие слова. «Растущая луна, на помощь приди, любовь приведи, сохранить ее помоги». Говорим 3 раза. Все, оставляем до утра, а утром обязательно этой водой должны умыться. Вот посмотрите, что в скором времени вы встретите свою любовь. Привлечение богатства – это довольно простой метод на этот день, для которого вам понадобятся просто самые крупные банкноты, имеющиеся в вашем доме, несколько монет и ваше фото. Если фото нет, берем листочек и пишем полностью имя и дату рождения. И эта практика очень хорошо помогает, если вы хотите другому человеку помочь привлечь богатство. Вы берете тогда либо его фото, либо пишете его имя.
Далее на этот листочек вы должны обязательно положить крупную банкноту и несколько монет. И вот когда вы сделали, когда вы положили деньги на листочек либо на фото, зажигаете свечку. Если есть зеленые, замечательно, нет, берем белые. Зажигаете свечку и, смотря на фото либо на листочек, вы должны сказать такие слова. Луна ночью за миром следит, все видит, за всем наблюдает. Она растет и мне силу дает, уныние бедность прогоняет. Благополучие привлекаю, нищету сжигаю. Монеты в жертву приношу, назад купюры получаю. Как сказала, так и будет. Вот эти слова говорите 3 раза. Если вы делаете для другого человека, то где слова говорятся «мне силу дает», вы должны говорить другому человеку «ему ей силы дает». То есть вы должны сказать «для другого человека». Все. И пусть это все у вас полежит целую ночь до утра. Далее утром вы должны монеты спрятать в секретном отделении кошелька или там, где храните сбережения. И эти монеты вы должны оставить до следующего новолуния. А в следующее новолуние извлеките, оставьте на ночь просто на подоконнике, а утром верните назад, они снова будут притягивать доход. А крупную купюру можно спокойно тратить. Если вы делаете для другого человека, то вы просто эти монеты сворачиваете в листочек и убираете в любое потайное место. Все. А на следующее новолуние делаете то же самое. Ну а крупные купюры также можно тратить. Вот такая практика очень хорошо помогает привлечь не только вам богатство, но и другому человеку. И как обычно по традиции, вместе со мной каждый из вас перед сном. Перед тем, как ложиться спать, вы должны сказать такие слова. Я благодарна за все блага, которые есть в моей жизни. Говорим 1 раз, и будьте уверены, что посылая друг другу эту энергию, у каждого из вас будут блага в вашей жизни.